Вау, посмотри, какое это описание. 8-ядерный процессор, оперативная память 600 гигабайт, и она может оставаться без зарядки 14 дней. А значит, с ней можно отправиться в путешествие. И протоколы. Они совместимы с моими. Чувак, почему тут написано, что у тебя яблочный процессор? Ты же дроид. Да забей. Будто кто-то залезет в мой корпус, чтобы проверить. Я могу объяснить. Не приукрашивайте. Это ловушка.